Ладно, похуй, печально. Ачивки. Так, давай речь, у меня 41 минута фласка, я не хочу новую пить. Хватило. Все в Дискорд зашли. ДКшник, где си ты? Рахнология, напиши что-то. Да, давай я теперь что-то. Вот вам рыба хавать. И весь трэш сразу зачищаем, потом идем этот. Потом идем босса бить. Начнем, наверное, слева направо. Или справа налево. Лучше справа, нахуй, собаку в конце оставим. Справа. Пизду. Сейчас. Да собака в десятке простая. Самые сложные в десятке это пациенту, который. Молодая, ты тут? Давай не ФКшься только. Ребят, не хочу ласку новую пить. Рейд тут, блядь, на 20 минут. У меня крита 47, блядь, не хватает, все равно сука. А че сдохнуть? Это ты его, получается, хилишь вместе с Маси, да? Ну я прощупал на хиле только ДЦшником хорошо. Вот эту всю хуйню. Потом кем хилистом. Как же. Да я понял. Как же, кстати, блять, проседает ФПС в этой хуйне? Ну, зеленый, блядь. В тюрьме? А, просто... в этой, в дымке в этой. Ну. Я вот на него, на нее навел прямо, блядь. Мне же ФПС просел. Пиздец вообще. Тяжелая анимация, пиздец. А, молодая, блядь. Ну да, что-то знакомый, я, наверное, его банил, блядь. Он что-то там вытворил. Во времена его кальчу вроде. И он кикал, блядь. Что-то посмотреть в бане. Знакомый не будет. Ну он цензу. Такая разница, с откуда он. Смысл в том, что он был в гильдии, пофиг, не помню точно. Я его вроде банил. Блядь, как он в Дискорде подписан? Ебать тут банов, нахуй. Надо спросить у него, может спросить? Дальше трэш пошли бить. Слева, слева там трэш еще. ДК. Молодая Нику. Странно. Ой, что-то не вижу в банах. А, вижу, все. Размаемся. ФПС, жерман. Хоть бы что упало, сука. Ну типа, да тут три вещи на ретрика бисовые. Это двойная атака и сами классовые чарки. Угу. Там, на ретрика тут самые охуенные чарки. Ну вот прям ну, вот, на больше, ретрика, больше. На локо. Больше всего. На салон. На лок тоже есть. И на так вот еще. На ретрика сама больше бустит. У него кроме своих двух чарок, так еще вот эта двойная атака, которая тоже очень сильно бустит ретрика. Угу. Она же от печати еще работает. А, да, она прям жестко. Да. Ну, вон на Рислину, ебать, она до 21к подняла. По 40. Угу. Ладно, ебаный чар. Просто хочу увидеть, вот, типа, Шэм, вот эти две чарки, классовые, так хуйня. Ну, ну скоро уже будет Шэм, скоро будет. Там пошли дальше чистить трэш. Там один моб остался, или два вроде. Два? Да. И сразу на собаку как раз. Так, короче, Войт, будешь бафать каски?
Варчик будет кричать на этот... Да, я бафну. На... Так и делаем. Что? Так и делаем по бафу. Паладин бафает каски, варк кричишь на АП. Все, сон же тотем на ману. В чем проблема? 300 баф, лапка. Все. Просто я не услышал. У меня телефон на подзарядке стоит. Если будет хуёво слышно, то говорите сразу. Я немножко поменяю позицию. Да нет, пока нормально. Чё, псину всё-таки, да, ебанём? Или чё? Да, хуляй, да. Чё, хант будет, блядь? Спать. Хант, ты знаешь тактику? Так, хант будет... Нет. Три, четыре. Ну, хули пала и меня еще во вторую пэц. Да-да. Кто тактику не знает, кроме ДК еще есть такие? По-быстренькому рассказать, что делать. Так, короче, вторая пати в кресте, в шахматном порядке, держите рейндж. Нет, мы не по кругу. Держите рейндж. Дальше. Первая пати, вы стоите в песчинке, ну, соответственно, тоже в рейндже стараетесь. Молодая, на вас, в первом пати на вас будет фиолетовая эта хуйня, поэтому метка. То бишь вы постоянно прыгаете. Прыгаете и бьете. Прыгаете, бахилите там и так далее. Чтобы на одном месте не оставались. Потому что вас застанет. А если застанет на поездах, нахуй, ёбните конфликт, можем лайпануться. ДК танк, теперь ты агришь босса, начинаешь его танчить вот тут везде. Как только разливается лужа фиолетовая, ты увидишь, не ошибешься. Стоишь похуй в ней. Потом, когда вторая лужа разливается, я тебе скажу, начинаешь отводить в сторону печеньки. И вот так вот ведешь с этих луж по очереди, выходишь вот так вот, просто выводишь. И ведешь в сторону, короче, вон туда вот трусов тебе, чтобы не ошибся. Дальше. Когда за ноншу поезда, увидите такие лучи фиолетовые и зеленые. Выпрыгиваете с обоих. Влево-вправо. Сначала влево, допустим. Или вправо, в зависимости, где вы там ближе будете стоять. Выходите с этого луча. Появляется, ну, допустим, первый фиолетовый. Вышли с него. Он ёбнул, появился сразу зеленый. Вышли с зеленого на место фиолетового, где вы выходили изначально. Все, это весь босс. Так и бьете. Метки. Метки, метки. Милики похуй, главное РДД там я, если что, разберусь, скажусь, дам оно сносить или не сносить. Все остальное слушайте, все буду озвучивать. Чена полба. РДД сразу говорю, в кресте набирайте рейндж в шахматном порядке. Рейндж в десятку можете себе прописать. Ну, вообще 8, но пропишите 10, потому что если у вас ДБМ, то восьмерку не может показать. Ориентируйтесь по 10 метров, места вон тут много. Отсчет даю. На пол на ДК. Поехали, блядь. Давай с том же Геру сразу.
Ой, на первых поездах даже бабл мы сокру, на всякий случай, чтобы не сдох. Двигайся, постоянно прыгай. Или просто можешь сокру, бабл не нажимай, смотри, там пометки лучше забавлюсь, если кинется. Лужа РБД. Не надо выходить с нее. Стойте просто, блять, АФК в луже, главное, держите рейдж. Выходить даже не надо. И на воюющих тенях стопайте каст, если успеваете РБД. Аккуратно сейчас поезда. Выходим из фиолетового луча и зеленого. Зеленого сначала вышли. Теперь в сторону зеленого вышли. Пойдет лужа, милики. Прохил. Минус. Ну а. Уведи танк в сторону, да. Все, все, все нормально. Не надо никого бэрить, так бьем. РДД главный рейндж, соблюдайте. Метка. Метка. ШП на золотучку нормально. А тут одна метка, десятка. Все, укази. Лужа, рейндж. Данг, будь добр, прыгай. Бой, дай мне сальву, пожалуйста. Я сейчас сорву. Я уже раскол тык. Лужа мили. Танк сложил. Охуенно. Дай БР по нему. Смру, блять. Как вы танка уронили? Объясните мне. Танк не прыгает. Он игнорирует механику метки. Танк заверни. Блять, сложно. Надо, наверное, заново лучше, там уже конфликт пошел, блядь, сдохли все. Танка подними, убьем. Да, хули попробуем. Бейте, вы так можете убить. Главное, конфликт не создавайте, танк следите. Рибахнем еще каску. Бля, забейте со мной, пожалуйста. Кто там зеленая? Зеленая, зеленая, еще одна. Умоляю. Нахуя? Лучше бы ты умер, блядь. Ты еще Сонжу похоронил, блядь. Там три человека сбегаться минимум надо. Минус. Да что-то залупа, мне кажется, три ляма шпшник убить. Падайте, все, падайте. Падайте, нахуй. Сейчас милики не сдохнут, уже получше будет. Ой, ебать вы вагоны, нахуй, конечно, пиздец. Танк понял, все, вроде нихуя сложного нету. Танк. Ребят, на миликах, смотрите, фрейм собаки достаточно большой. Я еще забыл вам сказать, она кастует сокрушающий удар, или как это хуйня назвать? Вроде сокрушающий. Что-то там такое. Там, блядь, держите максимальный рейндж от нее. Там вы можете стоять примерно на 10 метров от нее и ебашить. Это миликам конкретно. Собак можно бить со всех сторон, даже в ебало. Станьте просто, блядь, в рендже от друг друга в 10 метров, напишите слэш рендж 10 под ИБМ, и, блядь, и разойдитесь вот этим, блядь, квадратиком, нахуй, станьте. Вот у вас, смотрите, сколько тут у нас миликов. У нас два милика, вар, блядь, и этот, нахуй, и друид. Типа, один с другой стороны, блядь, в жопу станет, другой там с другой, нахуй. Ну, я танк, соответственно, рендж. Все, вы не должны умирать на этой луже вообще никак. А хант... Держите ебаный рейндж, не убьет, не умрете. Хант с массей можете один за спиной собаки идти, один перед ебалом, там как удобнее. Да. И все. И ничего сложного нет. Типа умирать тут, блять, ну я не знаю. Это очень сложно на самом деле. Он массе за спину, ты хант тогда перед ебалом бегал. Рыбу хавайте. И на исходные.
Лан, дайте. Все, чё, дым? Я тебя читаю, раз вам ДБМ мы не покажем. 3, 2, 1. Ясно, блядь. Один было не пул. Минус припод, блядь. Немножко туда поближе к стене, где кости лежат, Хан, встань, чтоб. Служи, говорю, не выходим, не теряйте ДПС. Главное рейндж держите, это я вам РД добил. Просто рейндж десятки, спите в лужу, похуй. Она вас не убьет. Милики лужи. Она пережили. Котяра, блядь, не отошел в угон. Дай мне сарю, Войт. Прохил. Мася, БР не котяру, только БР не в том месте. Где-нибудь. Если смотри на эти зеленые, кинется дыма, выйди с рейда куда-нибудь. Поездов отошли, не вставай пока. Вышли с поездов. Пизда, нахуй, конфликт въебал, нахуй, кто это такой красавчик? Котяра, нахуй, или кто? Он союзник. А, ДК, блядь, понял. ДКшник, ну? ДК. ДК, дружище, я понимаю, что это первый раз, но ты если не будешь выходить вот этих лучей, блядь, фиолетовых и зеленых, ты нас будешь хуярить, как слышно, прием. Ну, либо вы, блядь, ну, типа, как-то начнете думать, либо я просто пересоберу рейд, ебать, и закрою за 20 минут его. Это... сидеть с вами вайпасом. Это пиздец просто, цирк. Поверни спиной, умирай. ДК, обрати внимание, у тебя там, блядь, стакаются, вот, опутывание, блядь. Ты прыгай. Если вдруг прыгаешь и стак не скидывается, то просто побегай право-лево, чтобы они слетели. Если третий стак накапливается, тебе стан дается на 5 секунд. И ты можешь не выбежать из рельс из этих. И рельсы тоже появляются. Сначала полоса появляется, какая там, зеленая или фиолетовая. И одна без полосы, то есть без цвета вообще. Ты заходишь сначала в бесцветную, на которой нихуя нет еще. И звук такой проходит. Это прошла эта хуйня, блять, пролетела, и ты заходишь на ту, которая прошла уже. Там еще такие полосочки тоненькие, типа на их границе стой недалеко, чтобы тебе только один шаг сделать и все. Вот эту хуйню сделай и все. Конфликт, если ловишь, ты 25 тысяч урона каждому наносишь в рейде за 5 секунд. Давно я в десятке не вайпался, блять. Сейчас может раздуплиться, хуй знает. Не, бать, вагон еще я вкачет. А, вылетел нахуй. Милики, я вам еще раз повторяю. Котяра, тебе он вообще в Дискорд тоже вылетел, понял, блядь. Он зашел вроде. След? Котяра. Еще раз тебе повторяю, для особо одаренного, рейндж удара босса очень большой. Не надо подходить впритык босса. Стоишь на максимальной рейндже и просто хуяришь его. И сокрушающий удар, который тебя убил, он до тебя никогда не достанет. Это уже протещено мной нахуй в 25-ке. Давно. Сяра услышал? У вас и так ДПС немного. Вы еще, блядь, умираете нахуй, похуй не всяк. Блядь, ну ребята, давайте быстрее, пожалуйста, котяра. Что там у тебя случилось? Ну опять вылетел. Боже, ебал я в рот просто нахуй. Рейд на 20 минут, блядь, сидит. Может релогается он. Котяра, напиши, что релогаешь или что? Он релогался, да? Иди жри рыбу быстрее. Это больно, холодно. Жми, он сбавил, ты зеленок. Давай серчим на плумах. И раньше времени не пыляйте, пожалуйста.
Спасибо. А что, да? 3, 2, 1. Держим раньше. Лужи Эрдена. Танк. А у нас сокрушающим ударе в десятке откидывает еще точно, блядь. Забыл про это. Поезда, смотрим аккуратно, отходим. С фиолетовых и зеленых лучей вышли. Милики в луже. Иди слушай, там. Все хорош, дальше не видишь, куда ты идешь. Вышел и хватит. Блять, не успел фиткнуть. Войт, бабл нажми просто. Угу. Ты бы лужу немножко вынес, блядь, чтобы она тут не была. Ну ладно, похуй. Не по кругу идут. Обойдет. Места много в десятке. Сейчас 4 лужи разольешь, потом поведешь. Я скажу. Все, уходим. Все, отошел, вышел из лужи, все, хватит. Ой, милики, все нормально. Вернусь. Смотри, хант не отлети в зеленую, не отлети, и конфликт будет. Обстрел с поезда, отходим сейчас от лучей. Вышли с лучей. Дай сокру, войд. Вышли. Двигался. Успел фрикануть, отлично. Все, добиваем босса. Я, блядь, стою. ДК, да. Не види туда. ДК, просто, да, он туда встань. Не лужу, главное. Блядь, ну ты стал, конечно, пиздец, чтоб милики нахуй не били. Масти, уйди от нас, пожалуйста, ты сейчас нам конфликт ебанешь. Своим фиолетовым, нахуй. Хлепал. Я ебу нахуй. Как же в десятке просторно, да? На, в десятке пиздец. Хуета выпала, как обычно. Хуета. Кольчуга. Ну, КД, одна кольчуга. О, вот это ступни я хочу нахуй, нахпала себе, блядь. У меня будет заебись. Да. Ты не заберешь. Почему не заберу? Заберу, блядь. Пароль. Нет, я тебе говорю, ты не заберешь, ты не заберешь. А, да. Это я. Сейчас у меня экран выключится, секунду. Ты я забираю. А это чё? Ну-ка. Ну что, СПД, я тоже нахуй лепал нормально. Не, лучше саунджи, ну нахуй. Мне вот это базовое значение. На собаку. Парольте кристалл, блядь, на меня, ебать, пацаны. На магика. Короче, кристалл надо, нахуй, пацаны, блядь. Арахнология, блин. Ну вообще, конечно, давал бы по шмотке, но ладно, я не озвучивал, хуй с ним. Если что, один кристалл можно иметь только в сумке. Это я вам наперед говорю, чтобы вы потом не ныли, если вы, допустим, вот ДК, например, ты сейчас забрал кристалл, да? И ты еще второй, к примеру, выролишь. Ты два не сможешь, ну, получить. Потому что их можно по одному. Ну, чтобы ты потом
Нет. Не один в руки случайно? Ну, один в руки, все правильно. Да. Ну, я просто наперед вам говорю, что если кто-то не знает, чтобы вы потом не ныли, почему я не отдал там или еще что-то. Не, их два в сумке иметь нельзя, блядь, это все знают. Ну, только один, типа, можно иметь этот кристалл в сумке. Ну, это для тех, кто не знает просто. Танчий борсик, где он есть? Нет, самое сложное сейчас этот будет. Так, Шипе, ты закроешь, если что, на дыхание мрака этот, блядь, лужушку нахуй, чтобы нам не въебала эта хуйня. Шаришь об этой хуйне? Ладно, похуй, блоки, что ты это сделаешь. Котяра, ты если что в Мелизон, да, все. Так, для тех, кто первый раз, смотрите, будет такая фиолетовая хуйня, и будет такое вот простое пространство, как вы сейчас вы смотрите на платформу. Вот в этом пустом пространстве вас не дамажит. Фиолетовая хуйня будет дамажить. Также будут появляться бублики, такие фиолетовые, с них выходите. Но если вдруг нам не хватит ДПС, и мы доживем до коста, погружение в мрак, или как он там называет. Я дам анонс. Забежали все в бублики. На половине коста примерно. Там такие фиолетовые будут, как пончики. Если вы не успеваете в них забежать, вас шотает. Смотри, у него там 4-4 это... есть у ДК, если что скажешь ему. Нет, танку все... похуй. Да нет, он... Не, про прожим имею танк... в виду. Хотя лучше... Тоже в бублик. Танку тоже в бублик, если да, если у тебя там нету ни ключа, ни зеленки, ни какой-то хуйни. Так, а танк его ничего не засейвит, там 300 тысяч урона. Это ничего не сейвит. Засейвили там зеленка из баунт и вурдлат. Нет, она не сейвит, она... 300 тысяч входящего урона. Я знаю, что 300 тысяч. Посчитайте, из баунт сколько снимает? Зеленка и плюс вурдалаки во время коста. Уже 1000, на что выживается. А счет даю. Это сложно. Сложно нажать, да. Это надо думать головой. Поехали. Все, уже закрыли. Милики отошли. Сейчас в Мелизону заходим. В Мелизону зашли. Прохил. Да. Мы не хилите, надо нам сокрудовать или что-то, блядь. Нет. Ой, будет. Сфера. Там а, что-то дамаг. Не закрыли, все, я понял. Никто не закрыл. Блэки сейчас попросил и котяр. Я бы сдох. Там в этой хуйне. А у меня лагает, опять зависло все, ребят. Ой. Я не знаю, что надо сказать. Блять, цирк ебаный нахуй. Слышишь, пристав, у тебя ДЦшник есть? А сколько это сама лужа дамажит? Призрил я. Ладно, 20. Все, хуй с ним. Войд, нажмешь эмана тьму, блять, на первой этой луже и дыхание мрака, и ебанешься круг в пизду нахуй. На потом, если что, пристав, когда скажу, нажмешь этот гимн на ХП. Но это не сразу, это по команде. И еще у ДКшника есть. ДК из баунд будет под самый конец. Мася, что там у тебя? Плагало? ДСшник, там не обломаешься, типа, даже в шипышнике кинуть там хотя бы по себе? Я перезахожу. По себе хотя бы? Третий раз за рейд, за сегодня вообще такая ситуация происходит. Слышишь, ДСшник, щиток кинуть, не обломаешься? Тебе чисто подсобить там хотя бы 5000. Порталы вы сами выйдете или через танка? Порталы, где мобы выходят? Ну да, я проверил. Ну, смотря с какой стороны портал выйдет. Просто если танк первый раз, может ему лучше рассказать? Да не, это сделать какой-нибудь РДД по одному. Хуйни, блять, вынести нахуй, и я сейчас сам стану назад в пизду нахуй, я сам это сделал, ебал я в рот нахуй.
Благи, ну, с твоей стороны так будет. Просто эта сфера не закрыта, по мне будет. Блять, мне показалось, или у твоего пета. У твоего пета ник Пупкин, блядь. Пипкин. Лол. А почему не умирали? Ебать, ник угарный, нахуй. Ну, он сам такой выбрался. А, блядь, точно, еще курсы возьмите все. Давай. Ты хуйня бы меня спасла. Давай, серчи на попа. А счет дай. Окей, блядь, сейчас ты сходишь, давай. 3, 2, 1, пол. Нахуя вы Геру сдаете? Сон же, блядь, я тебе просил Геру давать или что? Нахуя мне эта Гера с пула? Скажи, блядь. Дурак, что ли? Не делай так больше. Но мне... Ладно, я закрою, похуй. Я закрою. Ладно, блоки чуть есть. Давай сокрою и манечку. Вышли с этой фиолетовой хуйни. Прохил. Блэка прохил. Бать тяжко, ну. Хули ты хоть. Следующую вы должны прохиливать легко, причем. Таня, вот этот прохил. У меня опять на том же месте вылет. Просто вот это кольцо пропадает, и я вылетаю. Блять. Закрой портал этот. Ой, за тобой бегут. Ладно. За мной, не, за мной. За тобой все нормально. Пробуем, да? Ну, пробуем. Я сокру сдал вас еще на это дыхание. Ничего, ДКшники только сыграли. Милики отошли. Милики отошли. Блять, у нас Гера теперь еще нет. Айсбаун, дай. Да ебаный рот, нахуй, хуй выхилишь. Да не, в одного хила это нереально, да. Ну что за цирк? Ну почему когда я собираюсь пойти в ТГ, какая-то хуйня происходит, нахуй. Блять. ДЦшник гимн, кстати, не сдавал, сейчас бы гимн, если вдруг. Не знаю, не помог. Да потому что он по команде не дает. Сон же еще раз, сука, по Гере, нахуй. Геру дашь, когда, блядь, никогда не, блядь, без команды, кастрируем, нахуй. Кстати, Сон же. Не знаю, приз там помогал, нет. Сон же, на вот этой косте дыхания тоже помоги пару цепух, прям буквально две цепухи дай через себя. Будет помощь хорошая. Давай я еще сдам. Как его? Транквил. Транквил? Ну, наверное, на последнем, когда вот эти уже бублики пошли, мы вынесли. Да, помощь хорошая будет. Ну, я уже сдавал только что. Он меня засейвил так сильно. Но все равно хорошая помощь. Ну ты, блядь, в соло не прохилишь, что нахуй. Не. Вот весь прикол, если Мася будет вылетать, нахуй. Приз, ты кидал там что-то? Мася, а ты обновлял клиент? Не знаю. Может, не обновляла просто. Только дыхание вот это надо пережить, чтобы, блядь, ну, критично так людей дохуя не падало. Если не впадло, там блэкичный совет уже подхил, типа, ну, прям по кровам поебашь. Под конец я уже хилил. Да, ну, да, типа на дыхание чисто. Он когда стураги накапливает, он дыхание скоро будет кусать. Типа, поможете, ну, типа... Жизнь есть у кого-нибудь? Нету джесса ни у кого. Вон стоит. Он поставлен. О, блять. Блять, а есть сопрот у кого? Я бы выпил поменьше, бы хилить пришлось, спасибо. У меня есть один, может, трейд, отдам. У кого есть сопрот, выпить его? Давай, я тебе дам сопрот, да. Ну, дай мне тоже. По возможности. Тут меньше хилить будет, процентов на 10, на 15. Проще. Причина полба. Бля, огурцы поставить? Что? Так, на исходные. 3, 2, 1, пул.
метку перекрой. Сон же, уйди оттуда. Сон же, блин. Чуть ближе еще минут. Эмана тьма дай. Дал, дал. Мили вышли. Ты сокру не давал же, да? Нет, нет. Только эма. На каст ауру можешь ставить. У нас пристабах есть. Закрой ее, он без. Молодая закрывает. Стой, только не выходи. Стой, не, пожалуйста, молодая. Сон же прохил, честно говоря. Нормально. Все, сейчас на следующую. Прожми точку и уведи их. На следующее помогайте их, это сама. По одной приз, по одному взрывай просто приз. И выходи с луж, которая появляется. Молодец. Геру, давай с вами. От сверти мы выходим, милики отошли. Сейчас в милизону заходим. Зашли в милизону. Сейчас. Дай сокрувает. И сними ее с себя, главное. С пончиков выходим этих подальше. Прохил. Отлично. ДК по команде, когда скажу, нажмешь из баланса. Секунда, пончики новые. Смотрим. Вышли, вышли. Вышли из пончиков. Милики отошли. РДД еще чуть дальше отошли. Погружение. А, готовим, сейчас каст будет. Дай избаунд, избаунд, дай. Зашли, зашли в пончики, зашли, зашли. Подниму. Только сразу не вставай. Прохил. Нажми зеленку чуть-чуть. Танка прохил. Бейте босса. Прохил, прохил, прохил. Блэка прохил. Не успеваю. Ай, вы танк опять уронили. Пизду, я не знаю. Сложно с вами нахуй это будет убить, блядь. Вашим ДПС еще, блядь. Танк, заходишь в эту хуйню, вот погружение во мрак он дает. И вот этот хуета стоит, пончик, да ты стоишь такой рядом. Вот так погружение, уже конец каста, секунду остается, зашел, каст закончился, вышел. Потому что все, кто в ней стоят в этой хуйне, они минус 80% от хила получают. Вас никак не спасти потом, блядь. Сейчас убьем нормально. Танк тоже туда зайди, блядь. Тебя ничего не спасет, блядь. Тебя не захилить. Ну, а вроде он сдох или кто-то еще вот, на погружении? Я умер, что? Блядь, в самом пончике, нахуй, после погружения. У меня после, блядь, того, как я зашел в пончик, там в пончик, когда заходишь, 20 тысяч наносит сторону, блядь. Угу. Просто от них прохило, блядь. Ни ходки, ни хуя не было, блядь. И камень, да. Блядь, когда нахуй. Там еще хил снижается на 80%, когда прохилишь. Давай я оставлю эту хуйню. Да, и еще раньше времени не выходите с этой хуйни. Короче, там должен такой взрыв не зайти, а потом вы только выходите. Я на первое масс дам, а там уже я сокру давал на второе дыхание, сейчас не буду на второе давать. Там скажешь, короче, на какой момент и докажешь, ты сейв. Так ищ. Не надо сокру давать на второе дыхание. Я тебе сокру говорил команду, блядь, в другой момент давай. Ну все, короче, сейчас не это буду. На третье под лужу, по-моему. Что там было, там так похилили. Ну сейчас оставлю. Сейчас кинуть, наверное. Да на себя кинь. У меня БР нету. Давай, терщи на ПВМ. Блять, фласка заканчивается. Сука. Фласку зацепить. Давайте мы сходим. 3, 2, 1, пул. Не критует вообще нихуя. Пул какой-то срат. Какой-то там. Милики отошли. Вар, хули ты там стоишь? На приколе вообще? Перекрывал. Товары, перекрывал я воид зону. Если бы я вышел, перебал. Так шивы нажми, блядь. Я ж просил вообще-то котяру делать. Котяра, блядь, фукана. Котяра, давай БР, блядь. Ну быстрее, ну блять, ДПС теряем нахуй. Пока ты грибах не севаю. Прохил. Это так должен прохилить.
Масси на тебя идет. По одной. Масси. Взрыв и на подной и отходи, там лужа появляется. Взорви одного его. Взрывай, и лужу отходи. Блэк закрывает, окей. Сейчас тут тоже должен хилить, по идее. Герба, давай. Пончики. Свой, давай сокру. С пончиком походим, прохил. Милики, аккуратно от пончика отходите, блять. Не стойте в нем, он урон пиздец наносит. Прохил гимн на хп дай. Да ёб твою мать нахуй. Пончики, 3 секунды. Секунда. Дай готовимся заходить. Айсбаунд. Айсбаунд там. Зашли айсбаунд, дай, айсбаунд, дай. Вышли с фиолетовой пыли. Он сдох. Ёбаный рот, нахуй. Да не, я ебал, я больше воид. Вот, блять, я тебя просил, возьми нахуй танка, блять, поищи нахуй, который, блять, понимает нахуй, что делать. Вот, сука, мне заебало из этих танков вайпаться нахуй. Хочешь? Сначала, блять, в первом нахуй, когда я рогом ходил, сейчас второе, блять. Человек не может зайти в ебаный пончик, когда озвучивают. ДК, блять, ты понял, куда тебе зайти надо или нет? Заебало нахуй, рейд на полчаса, блять, сидим нахуй здесь хуй знает сколько, блять. Пиво, блять. Блять, понимаешь, смотри, вот видишь каст погружения в мрака, блять, можешь заходить на нем, блять, на половине каста, нахуй, ты танк, блять, тебе все равно не сложат, нахуй. Мы нахуй, я даю команду зайти именно в тот момент, блять, когда, блять, потому что если раньше заходить, ебалово нахуй будет. Там, блять, сало вешается еще в этом пончике, если что, блять. И не зыбку давай на эту хуйню сразу, ДКшник, вроде до этого не давал, не зыбка вроде без КД была. Или давал, хуй знает. Не заебку, кровь, вампир, там что-то еще нахуй захват. И на будущее там воли мертвых на 3 вкачай в спеке у себя в крови. Там кровь можешь давать, блять, метку можешь дать у босса. Блять, столько сейвов нахуй. Вот вам огурцы еще раз, блядь. О, да, давай, я. Все камни, блядь, проебу нахуй. Осколки точнее. Ну потом. Давайте. 3, 2, 1. У. Соберитесь, блядь, ну серьезно, это пиздец, в десятки вообще вайпится. Вот хотя, ладно. Что здесь что видишь? Если это прожмешь дубовку. Выходим с лужи. Еще ближе в миле подходим, РДГ или выходим. Нема. Прохил. Милики отошли. РДГ закрой. Ебать. Кого бежит? Не вижу. Мне пойдет. Угу. Ищет. Отойди, Масси. Еру, давай. Ой, сакра. Выходим с тех, у них сейчас дыхание мрака будет. Огурцы жрём на дыхание мрака. С пончиков выходим. Огурцы жить, если хп мало. Сейчас пончики новые будут. Пончики вышли. Готовимся, скоро каз будет. Дай айсбаунд. Готовимся заходить. Айсбаунд, дай. Зашли. Вышли.
Заходим в мелизону ближе, подходим. Прохил. Понимаешь, добивайте. Неужели бы стали луина? Не, ну в среднем так 2-3 трая уходило, типа, когда первый раз сюда пришли. На ДЦ упало, блядь. Ебать, говно. ДЦ. Грудь. Ну, грудь могу взять. Как думаешь, гурдак с духом хороший нахпало, блядь? А если две шмотки одеть, суммируется эта хуйня? Грудак на... Так грудак говно, вот эти же базовые это вообще. Вон массе. Вон массе, забирай. Заебись был. Во. Маш, что клинтера писнела, по сразу говорю. Улучшение по сразу, да. Смотри, может что-то получше. Мася, уступишь, я бы апнул эти тапки. Если не будешь апать. Там голова на тебя может бисво упасть, ну, следующего босса. Мася, не уступай нахуй ему ничего. Подождите, вообще не уступай, пока. Просто подождите. Вдруг я сейчас, блядь, голова выпадет бисвая. Ну да, есть классовая, имеешь в виду, да? Ну, классовая, которая с омоложением там хуенью. Пускай останется только. Да, но следующий кодрей посмотрит, вдруг подождет что-нибудь нормальное, у нее токен будет. Короче, третий токен на Войда роли, блядь. Если Мася не упадет, то... Так, теперь этот босс, блядь. Пацаны, ребятушки, нахуй. Такая, блядь, сразу начну с тебя. Босса танчишь там, где он и стоит, только отворачиваешь его, в принципе, блядь. Да? Ну, от нас. Только он ебалом смотрел в другую сторону, противоположную. И смотри, все, что тебе нужно знать. Он кастует сокрушающий удар, блядь. На собаке он тебя там особо не пробивал, блядь. Здесь он тебя будет пробивать. От этого сокрушающего удара там очертание такое еще зеленое будет. Я надеюсь, у тебя плотность частиц включена. От него отходи, пожалуйста. А ту ебучку сломает и улетишь на клабон. Понял? ДК. Это все, что тебе нужно знать. Ну и когда фир, блядь, спиной на секунду становится во время первобытного ужаса. Этот приз. Так, остальные две метки кидаются. Приз, пожалуйста, по диспель максимально. Я надеюсь, ты справишься. Когда он молнию скверной кастует, вот этот баф диспель, пожалуйста, со всех. Справишься с этим? Приз. Да, красавчик, массовую Россию мне дал, вижу. Метки две кидаются. Сначала в левую сторону уносите. Если вы, блядь, там... Бобо, короче, то можете вправую нахуй. Но главное, блядь, выносите эти метки. Метки кидаются рандомно на двух человек, на всех, кроме танка. Тут же 9 человек могут из них на рандомно на кого-то кинуться метки. Метку выносите прямо в стену. Там разливается лужа. То бишь, если вы вынесете стену, то она будет как половина, типа, половина кружка видна. Если вынесете вот примерно сюда, блядь, то, соответственно, кружок будет больше. Лужа дымажит. Можно выносить лужу в лужу. Но когда их уже две, эти лужи, то тогда не выносите, потому что будет больно. Милики на, так же, как и танк, на сокрушающем ударе отбегайте. Или как он там называется, вот, сокрушающий удар. И когда кастует каст первобытный ужас, когда я озвучиваю фир, вы, значит, спиной к боссу становитесь, чтобы он... Ну, чтобы вы находились спиной к нему, боссу. Все. Это и весь босс. Надеюсь, вы справитесь. Самый простой босс, кстати, из всех. 3, 2, 1, пул. Блять, я портал забыл поставить. Капец. Станьте кучней. Диспал зеленится. Стойте, да, кучней, потому что диспал. Вон, доставался. Диспал. Блэк и хотя руки. Не спал. Спиной стали, фир. ДК, ты тоже спиной стали. Сокрушающий удар, отходите. ДК, блядь, отбежали, Блэк вынес. Да
Ха, видишь, ты чуть не сдох. Отходи, пожалуйста, сокращающий удар. Диспел. Маси и Рест там вниз нет. Спиной стали хир. Все дальше, бьем. Диспел. Милики отошли. Все, отлично. Дальше идем. Дай Салю по него. Метки вниз. Ой, блядь, больно нахуй прохил. Там, сука, две метки, видимо, было. Чуть не умер, блядь. Не спал? Угу. Фир, спиной стали. Хотя разолей Инер по Эрасту Присту. Милики отошли. Не спал. Метки вниз. Фир. Фир спиной. Пиздец, побежал. Солджер. Вставай сам, чё лежишь. У тебя есть встать, я знаю точно. Заебись, ты встал, конечно. А ты в луже был. Вынесли метки. Блядь. Прохил, прохил. Дай сокругой, милики отошли. Дай БР котяра по нему. Фир, спиной стали, спиной, спиной. Метки вынесли. Каминот. Диспел. Блэк, да, Инер по Кресту? Сон, диспел. Или бахните шамана? Хотя бы стамин. Войд, вынеси. Чуть правее станьте. Фир, спиной стали. Давайте БР. Не надо. Блять, сдох. Это ему не бахать. Раз, ты вынеси мир. Склон нет. Слышно, сдох. Ладно, вставай. Ну а чё я говорю? Смысл его БРить. Фир. Спиной стань. Диспел. Милики отошли. Каминот и мазь. Метки вниз, масик именно. Фир, спиной стали. Милики. Метки вниз, каминат масик опять. Все, убивайте. Не спал. Как обычно, хуй на меня что выпало. Да ладно, вот это бесчастье. Ну, на бещарке, на друиды. Ну, ладно, дописывай, на бещарке. Кстати, с ПД нормально. Поебень ебаная, блядь, вот все общее падает. Ну и хуйня, конечно, ладно. Голову. Ну, забирай массу, она пиздатая голова. Ничего не упало, да? Угу. Не. Что-то на ДЦ хуйня. Там. Только на ДЦ упала чарка, да. Ну, что на мой 25-ке сегодня упала, в принципе, такая же. Божественный рот. Войт, надо тебе? 105 СПД на груды. Да, я, блядь, залупа ебаная. Это он шаман. Да бис, а чё ты, блядь? На, бис тебе будет. Ебать. О, нахуй, кристалл, блядь, надо лучше мне. Ебать. Чтобы массе не забирать. Хорош. Всё. А чё второй дырки нету в ней, сука, наебали что ли, блядь? Говорили, дырка вторая будет, чё за хуйня? Нет, нету. Не появляется, она есть. Ну, золото ебаное, блядь.
Стрелков в двуручном оружии появляется вторая дырка. Оно, этот, вот, оно не дает всем дырки, кто думает о дырке. Я понял.